Чего сылай? Друзья мои, за мной темнота кромешная. Наступила глубокая ночь. Я, как обычно, в наушниках. Эту стрельчевую игру Alien Isolation. Мы продолжим ее проходить. Мне жутко страшно. Потому что нарисовался чужой снова, и вроде бы не один. И он меня постоянно норовит, ну, я думаю, убить, судя по тому, как я умираю от его челюстей. Но я хочу все-таки добить эту игру. Ну, я не знаю, сколько я в нее уже играю, но слишком дофига. Мне кажется, что уже должен быть где-то близок конец. Так, мы, значит, ищем... вот, видите, сохранился. Найти модификацию для ОРД, которая, по идее, должна находиться где-то вот в этой вот стези. Но я там уже был, и все, что я находил, так это только смерть от сраного чужого. Попробую я еще раз сходить. И, кстати, он стал какой-то более агрессивный. Он меня слышит по-любому буквально шороху. Появляется из ниоткуда. Вот что это у нас? Хлам. Это хлам, так написано, хлам. Поэтому надо быть предельно осторожным. Я буду ходить исключительно на корточках. А, огнемета у меня осталось только 41 заряд. Это буквально на два выстрела ксеноморфа. Итак, мне надо найти для УРД заряд. А может, я должен ехать на этом тауэрлинке? Я уже не помню, заходил. Нет, тут у нас... не работает. Где-то здесь, возможно, должен быть заряд. Или мне по всему уровню надо будет идти его искать. Так, зачем я встал? Это очень опасно вставать. Вот, что это у нас? Использовать. Ну-ка. О! ОРД. Уровень доступа 3. Вот какой я дурак. А в прошлый раз... это я слышу шаги чужого? Взломать дверь и сесть в челнок. Это я... да, просто хотел сказать. Похоже, что не все так просто. Он где-то рядом, вроде бы как. Так, давайте использовать ОРД. Будем взламывать, пока никого нету. Ну-ка, ну-ка, давай, быстрее, девочка моя. Давай, 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 давай. Yes. Что у нас там? Так, нажимаем. Нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, не то нажал. Еще две попытки осталось. Он уже близко, он уже рядом, ну где ты? Так, домик такой. Домик есть, шахматки. Так, какая-то хрень есть. Вот эта хрень. И, наконец, что это у нас? Вот это, есть. Код принят. Отлично. Теперь давайте быстренько мне сохранялку, и я сваливаю. Я уже ввел, так что просто жми. А как же ты? А в ответ мне была тишина. Для хлама у меня нет места. Запустить челнок. Ну что, полетели? Нет, подождите, что это я так глупо говорю? Итак, поехали. Старт готов. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два... Я уже лечу? Ну что, будем надеяться, что это конец игры? Можно спрятаться в шахтах вентиляции, но там мне... что-то мне... на станции пропало много людей. Собирать их жетоны. Но я пытался собирать. А вот теперь можно... блин, уже не можно. Я думал спеть «Земля в иллюминаторе». Не ново, конечно. Ну что, я... Как я надеюсь... слышишь? Слышу, но еле-еле. Ты от меня уже далеко. Скоро сигнал совсем пропадет. Надеюсь, я уже могу шляться здесь. Как топая, как лось. Или как медведь. Смотрите, Сидору. Я прилетел на Сидору, получается, да? Хорошо. А почему мне не показали мой полет прекраснейший?
Так, ну что, давайте попробуем осмотреть Исидора. Что мы имеем сейчас? Отсек для шаттлов. По сути, карты у меня никакой нету. Достаточно темновато. Вот что-то у меня пытается свет запускаться какой-то. Будем обследовать. И куда я пришел, мне интересно. Давайте посветим дорожку немножко. Толку от этого никакого. Я не хочу тратить фонарик. Очень неприятно, когда у тебя нет потом фонарика. Похоже, что здесь у нас пока ничего интересного нету. Так, хорошо. Что мы здесь имеем? Тупик. Если я сюда пойду, то что я найду? Какие-то маленькие каютки, да? Давайте осмотрим. Что-то этих каюток нету. А, возможно, я отсюда прилетел. Ясно. Это я ступил. Виноват. Исправлюсь. Может, еще раз сохраниться? Пока недоступно. Так, попробую сюда тогда. Не знаю, для чего мне осматривать эту Исидору. Лететь бы отсюда подальше и все. Спокуха. Ну, я пришел опять туда же, где и был. А вот отсек для шаттлов. Точнее. Ага, здесь шаттлы, но они все закрыты. Ладно. Тогда я хочу осмотреть помещение вот тут вот как идти к моему шаттлу. Давайте попробуем. И повернуть направо, не доходя до него. Но тут закрыто. Что у нас здесь? Заперто. Значит, мне так кажется, единственный вариант это идти прямо вот сюда. Да что ты? Видимо, здесь что-то надо искать. Вот, тут какое-то продолжение коридора. Давайте искать. Может, тут шахту я пропустил ненароком? Дверь заперта. А это у нас что? Потрогать, пощупать нельзя. Я все-таки воспользуюсь фонариком, потому как я не понимаю, что мне надо делать. Ты заперта? Ага. Это я куда пойду? Вот. Отлично. Будем шляться в темноте. Ну, смотрите, какая тишина да благодать. Ни андроидов, ни ксеноморфа. Вот здесь можно спокойно и умирать. Без всяческого страха. Так, у меня тут восклицательный знак. Смотрите-ка, я что-то пропустил. Вернусь-ка я туда. Опять буду идти на ощупь. Так, я прямо на него иду. Вот где этот восклицательный? Вот. Ну, удача наконец-то нам улыбнулась. Последний пас. Пару лет мы едва сводим концы с концами. А бедная Исидора уже сама напоминает плакившую дорогу, которую мы ищем и обираем. И тут мы нашли самописец. На нем стоит имя Настрома. То есть это собственность Вейлан Бьютона. А это значит, будет награда. Но Марлоу предложил не спешить и попробовать найти сам Настрома. Мы рассчитали траекторию. Выбросы самописца. Поймали сигнал бедствия. И вот, летим туда. Я чувствую, нам повезет. Он всегда говорил, с ним я не пропаду. Так, давайте зачитаем, что у нас тут есть. Получен сигнал. Марлоу Хейс говорит, что только что засек какой-то сигнал. Я уже поручил Льюису его расшифровать. Возможно, это Настрома. Хочешь взглянуть? Отчет техника. Отчет техника 24-10-21-37. Марлоу, мне только что пришлось ремонтировать субсветовые двигатели. Это давно нужно было сделать. Старая корыта так громко жалуется. Удивительно, что во время прошлого прыжка от него ничего не отвалилось. Пока все еще держится, но скоро его нужно будет перебрать по частям. И не только основные системы,
Если будем давать ему такую нагрузку, то в конце концов станем единственной командой охотников за трофеями, которые путешествуют по космосу автостопом. Ремонт обойдется недешево, так что, надеюсь, ты был прав насчет того маяка. Возможно, это наш последний шанс как следует заработать. Ну, неважно, кстати, мне еще пришлось поменять код на двери. Новый 4510. Я, естественно, записываю. Это может пригодиться. 4510. Отлично. Смотрим, что у нас еще есть. Какие записи. Ошибка. Аудио. Ну-ка. Давай. Ага. Здесь я код пожал? Да? Или нет? Ну, тут просто будет. Короче, мы малость повторили, он разбил Миксу нос. Не знаю я, может, конечно, тамошние доктора и дадут ей зеленый свет. Все будет путем. Так, вот патроны для огнемета, это не очень хорошо. Я для такого не нанимался. Обычно это обозначает совсем что-то не очень хорошее. Так, ну ладно, у меня там двери закрыты. Это я просто, видать, нашел какую-то... А, вот, ввести код. Ну-ка. Ага. А, где я его записал? 4510. Эй, стой, 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 стой. Так. 4510. Вот и все. Так, огнетушитель у меня заряжен. Только немного, что 91 только. Козлы, жмоты. Запустить генератор, ну-ка. У меня, может, сейчас свет появится на этом кораблике. Енже! Куда это вы все? Меня сейчас не собираются убивать? Ой. Что происходит? Так. И что мне с этим делать? Так, что мне надо делать? Включить систему Айсидоры. Ну, допустим. Вот я прямо где-то рядом с ней, правильно? Запустить генератор. Так, два. Три. Ну давай, три. Отлично. Еще одна пошла. Теперь что? Вот, у меня уже два работает. Видали? А это для чего? А все равно прыгать не умею. О! Использовать урды. Давайте-ка урдом попользуемся. Что это? Взлом системы. А мне надо как сделать? Что я должен делать? Установка соединения. Ага, ясно. Так. И сейчас на этого надо попасть. Ай, блядь. Простите. Хотя я уже столько в этой игре ругался, что, по-моему, могу не извиняться. Мы куда-то полетим? Домой! Home sweet home! Я хочу домой! Завязывайте меня пугать! Рикардо, если ты слышишь, я включила основные системы корабля. Двери должны быть открыты. Надеюсь, и свет будет. Марвел нигде нет. А вот действительно. Распределение энергии. Это я здесь был. Привет, Рик. Добро пожаловать на борт. Марвел? Где ты, Марвел? Вот твою мать. Спасибо, что включила питание. Теперь не придется делать это самому. Я отключил корабль ненадолго, надо было тут кое-что сделать. Найти Марло. Так, что он тут задумал? Чувак, мы же свои, мы же люди.
Давай помогать друг дружке. Так. Вы знаете, я долго думать не буду, пойду сначала сохранюсь. Если вы не против. В этой игре лучше постоянно быть при сохранении. Где моя сохранялка? Прямо за мной должна быть. Вот отлично. Итак, я думаю, мне надо вот... Я вот, смотрите, свободно бегаю. Эй, чужой, я тебя не боюсь. В команду ко мне. Не желаю. Я на правильном пути. Что это такое? Приходи ко мне, Рипли. У меня есть кое-что. Что тут мелкий гаденыш делает? Еще и пытался шкафчики ящики переворачивать. Вот козлина. Блин, я все-таки не один. Твою мать. Только я расслабился. Там компьютер. Давайте запустим его. Запись в журнале 543374. Неведомое существо Севастополь. Неведомое существо, прицепившееся к Фостеру, умерло. Я нашла останки в ее постели. Оно лежало, свернувшись в комок, как паук. Фостер сказала чувствовать себя нормально, однако я настаивала на том, чтобы погрузить его в анабиоз. Эта тварь что-то с ней сделала, но может мне удастся замедлить процесс. Ближайшая к нам станция Севастополь. Туда я ее и доставлю. Нужно как-то решить вопрос с карантином, но думаю, ради бортового самописца Настрома они нас пустят. Придется пойти на крайние меры. Запрос Исидора. Исидора? Говорит Уэйк, начальник службы безопасности Севастополя. Официально я не могу разрешить вам причалить. Севастополь сейчас выводит из эксплуатации. По требованиям безопасности я не могу принимать корабли сверх графика. Но поскольку вы везете ценную находку, я готов допустить челнок с несколькими членами вашего экипажа. Напоминаю, что в этом случае по закону старцам причитается процент от награды. Это было легко. Двигаемся дальше. Да, да, дайте мне света побольше. Сюда я не могу попасть. Почему? Ведь у меня есть желание туда попасть. Арена какая-то. Я слышу звук камеры, я так понимаю. О, что-то у нас опять к вам. Вот у нас. Меня снимает скрытая камера, только она нифига не скрытая. Так, двигаемся дальше на следующую арену. Где несмышленыши? Мне эти несмышленыши не нравятся. Они хотя бы предупреждают себя не топотом, когда появятся. Как их большая мамочка или папочка Фентон. О-о-о-о-о-о-о! Спокойно. Я пытался спасти Фостера. Привез ее на Севастополь. Нарушил все возможные правила. Повел себя как дурак. Дурак. Эту тварь нельзя победить, видите? Никак. Лучше с ней просто не встречаться. Надо уничтожить все следы. Как будто ничего не было. Не дать этой заразе распространиться. Не позволить ей добраться до человечества. Потому что иначе погибнут вообще все. Вейланд и Ютани не узнают, что здесь произошло. Никто не узнает. Так, буква такая Г. Так, и шашечки. Отлично. Подъем-то уже 37, блин. На мелкую тварь потратила. Что это? Так, я эти вот люки сверху не люблю, оттуда выскакивает всякая мразь. Свет, да будет свет. Отлично. Что-то есть? Нет. Только не говорите, что сейчас здесь еще и андроиды нарисуются. А это что? О, сохранить игру.
Видимо, скоро мне будет звездец. Ну, ни пуха, ни пера. Так, налево или направо? Найти Марлоу. А иду-ка я лучше сразу за Марлоу. Без всяких круговых походов. Я не хочу, повторюсь, ничего собирать в этой игре. Уже все, надоело мне это. Использовать терминал. Я просто хочу выбраться отсюда и по возможности живым. Живой, как вам угодно. Ну что, посмотреть данное самописца. Ух, сколько их тут. Рипли. Добавлено. Личное сообщение. Это для моей дочки. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. Эллен Рипли. Моя девочка. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас возникли проблемы. Корабль. Произошла нелепая случайность, и к нам на борт проникло очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться, нам пришлось уничтожить корабль. Я жива. Сижу в спасательной капсуле очень далеко от дома. Мы взорвали Настрома, потому что нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. У меня скупая ностальгическая мужская слеза скатилась по щеке. И я хочу заново пересмотреть этот фильм. Ридли Скотта крутейший. О! Что происходит? Ты понимаешь? Эва, вы что там делаете? Я перегружу термоядерный реактор. Он превратится в атомную бомбу. Ты уничтожишь свой корабль и всю станцию. А также все следы этой инопланетной твари. Не, ну в принципе, мысль мне нравится, но я так жить хочу! Нельзя позволить ей выжить. И грёбаные корпораты уж точно ее не получат. Не то они начнут все сначала. Выпустите меня. Сейчас я тебе наваляю. Я приду за тобой. А давайте без этого. Нет, Марло, не надо. Марло, подожди. Ты слышала свою мать. Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела, чтобы человечки из корпорации поставили эту тварь себе на службу? Это невозможно. Чужой не... Марло! Кто? Фостер среди них нет. Она погибла. Я убил свою любимую женщину. Опа. Мощно. Господи, слишком поздно. Он запустил процесс. Все пропало. Тейлор, я могу остановить процесс. Только помогите. Идите вон к той консоли. Так, а я, наверное, должен... Перегрузка реактора. Вы должны открыть системы реактора. Что? Надо включить резервный генератор. Там должны быть три буквы. A, U, X. А я думал, другие три буквы. Ну... Включить систему реактора. Взломать терминал. У меня недостаточно энергии. Тут графика, конечно, так себе. Так что мне делать? Ага, мне что-то здесь надо нажать. О, зарядить. Давайте, гэнш. Раз, и два, и три. Есть контакт. Так, что у нас происходит? Вы молодец.
справиться. Теперь переключить управление на... Наконец-то я командую. Нашли? Я не вижу, где это? Есть. Так жми, блядь, что угодно. Да, он. Ломаем терминал. Сейчас, секунду. Дай мне секундочку. Так, опа, хрень. Это... Офигеть! Отключите стим... Вы охренели! Хорошо хоть мне не с моей сохранялки началось, а отсюда. Так, это я включил. Молодец. Теперь переключить управление на ручной режим. Нашли? Я не вижу, где это. Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Что за хуйня? Мне жопа. Блять. Распишишь, дурака насмешишь. Да что, я что нажимал? Так, взломать терминал попробуем. Мне дают еще пару попыток. Все. Зашибись. Так, что ж, я ж нажимал то вроде бы, или я ослеп? Возможно, я ослеп? Да... Так. Сука, мышка эта заебёт! Ой, блин. Да. Хорошо. Вы молодец. Теперь переключить управление на ручной режим. Нашли? Нет, я не вижу. Я не вижу, где это. Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Блядь, ну я то нажал. Да! Ну как? Так, теперь этот с палочкой, теперь такой, такой, и шахматы. Все, ты шахматы, блядь. И что, я все равно труп? Охуеть, блядь. Да лучше выпустите мне чужого. Задолбали. Вот ни в одной игре не любил миссии, где на время надо что-то делать. Вы молодец. Теперь переключить управление на ручной режим. Нашли? Нет, я не вижу, где это. Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Да, он. Кто там? Три. Поебень. Нет, нет, нет. Какая поебень, такая поебень. Эх, блядь. Ну, опять не успею. Да шевелись ты! Шашки. Домик. Да сейчас пиздец будет. Блять, через жопу работающая мышка. Коды эти ёбаные, блять. Хорошо.
что я должен вот этот сигнал, а потом сразу нажать на кнопку. Сука, нихуя не двигается. Я не вижу, где это. Есть, Тейлор, твою папу. Да, он. Так, так, домик, шашки, В, так. Ну давай ты повернись, ну, повернись, сука, блять. Все? Слава богу, у вас получилось. Смотрите, что-то происходит. Я не понимаю. Предупреждение. Критическая ошибка. Каскадный отказ от всех подсистем. Нет. Мама, сократите все системы корабля на реактор. Сейчас рванем. Спастись. Как спастись, когда у меня мышка нихуя не работает? А куда мне бежать? Сохранялки, небось? Идите вы в топу. Куда мне, куда мне? Ты понимаешь, сюда? Окей. Так, тут все взрывается, всех колбасит. Что это у нас такое? Я могу это взять? Нет. И нафиг тогда уходим. Ну твою мать! Да блядь! Я бегу и... Что? Я еще жив? Я понимаю, что не все тут спокойно. Так, ничего, все нормально. Я все еще бегу. Я жив, значит, я существую. А мне куда надо? Спастись. Ух ты, твою мать, мне сколько пробежать надо. На правильном пути. Правильно, мне сюда? Все верно. Так, ну что, мне прямо. Вау! Где запустить? Давай, запускай. Поехали. Соединение вручного труда. Рикардо, Рикардо. Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем. Круто. Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Связаться с Торренсом. Где мне сохраниться, скажите лучше? Верлин отправила новое сообщение. Севастополь, вы слышите?
У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Ну и где этот отсек местных рейсов? Покажите мне его. Нифига тут нет никакого отсека местных рейсов. Можно особо не спешить. Доступ разрешен. Где сохранялка, ваша мать? Я вижу, там какая-то коробочка. О! Давайте порежем тут все. Отлично. Что тут за коробочка? Добро пожаловать в Сиксон Телеком. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Сейчас. А, коробочка, это просто карта. Тоже не помешает. Так, ну куда-то туда надо, там. Я могу на... Куда это я поеду? Поедете на башню Боррелис. А мне надо? А куда мне надо-то? Которая находится на борту Торренса. А это куда? Технобашня Лоренс. Ну-ка, как мне другой этаж включить? Р. Это не с конца, это не знаю, где-то есть. Центр связи Сиксон. Я думаю, если же не обязательно. Я сейчас здесь. Комната слежения. Наблюдательная палуба. Центр связи, комната слежения. Не знаю, надо ли мне ее или нет куда-то. Лестница в центр связи. Фойе. Может быть, не надо? Или надо таки? Пойду пошляюсь по кораблю. Пока суть до дела. Парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Что им нужно? Торренс. Они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Но внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. У меня только 8 патронов. Так, мне надо осторожно. О! Я могу его убить тихо и незаметно. Я не знаю, но попробовать стоит. Да. Ну, а оружие дашь мне? Я его убил, конечно, офигеть, со своей этой странной мышкой. Четыре патрона для револьвера у меня есть. Дробовик у меня 4 патрона. Блин, но ее перезарядки, это вообще финиш.
Так, может что-то создать мне? Аптечку могу создать. Давайте создадим аптечку. И как они вообще еще выжили? Я же всех методично убивал. Дымовая шашка, не знаю, понадобится или нет. Для андроидов. СВУ, что это СВУ? О, самодельная бомба. Сейчас я ей буду усиленно пользоваться. Давай ты, ну! Хоть до сохранялки, блядь, дойти с этой грёбаной мышкой! Ньюс, это Рэнсом. Я получил твой вопрос. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них зашифровать. Мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед вылетом с Севастополя. Что у нас? Говорит капитан Даллас. Первая запись в бортовом журнале на обратном пути от Севастополя. Когда вернемся, я намерен потолковать с координатором полета. Нашего научного сотрудника заменили за два дня до... Вылета, безо всяких причин. Я не сомневаюсь в квалификации нового члена экипажа, но так не делается. Я просто хочу, чтобы мне объяснили. Груз мы готовы принять по первому требованию. Да, у вас капитан Острова, конечно. Что тут за коробочка мне указана? Это? Это щит всего лишь, что в нем был? А где-то за ним некая коробочка. Ну, прятаться я не хочу пока. Ладно, фиг с ними. У меня есть цель, я должен ей следовать. Что-то у меня от карты остались какие-то ошметки. Ага. А здесь на что? Доступ к дверям, очистка воздуха. А не надо очищать воздух. Пускай загнутся там. У меня-то где-то противогаз есть. Что это он тут один стоит? Так вот невзначай. Ну вот, патрон на него использовал. У него есть патроны? Для револьвера только. Ладно, еще три для дробовика есть. Что-то он хотел там увидеть. Орбитальный стабилизатор функционирует на 80%. Я куда пойду? У меня тут даже карты нету, получается. Вот жетон отыскал. Еще какие-то записочки. Папка повреждена. Общий журнал. Звонком до полудня. 2128. Что там происходит? Я жду звонка и Аполло переадресат. Пожалуйста, ждите. Алло, мой андроид странно себя ведет. Он не реагирует на команды и Аполло. Следующий звонок. Алло, да? Помогите, я не могу выйти из дома за дверью. Андроид. Он переадресат. Пожалуйста, ждите. Соединиться должен вы меня в магазин грабитель. Я... Переадресация, его убили, эта хреновина его убила, и она еще там. Переадресация, пожалуйста, ждите. Круто! А этот я почему пропустил? Ненароком. Его еще и взломать надо.
Какой-то закодированный компьютер. Все, все правильно. Домик. Какая-то хрень. Вот такая. И вот такая. Есть. Ну и что мы здесь найдем интересного? Папка повреждена, это отлично просто. А утилиты какие у нас? Доступ к дверям. Я открыл двери. Ну как хорошо. Ебать. Где ты? Да, смотрю, блядь. Я открыл дверь андроидом. Отлично. Так, система динамики очистка выключи. Освещение включи. Пускай будет. А систему динамиков я еще включу. Нет, только освещение можно. Попробуем без освещения пройти. Что мне это даст? Интересно, это мега крутой андроид? Или так? А бы что? Где он там, кстати? Там я могу спрятаться. Батарейки для фонаря, это хорошо. Ой, что я взял? Так, возьми-ка ты, давай-ка, револьвер. Не могли уже нормальную пушку дать. Получается, мне там делать нечего. Зачем мне сюда тогда залазить? Кого-то прятаться, что ли? Даже по карте не могу понять, куда мне ползти. Вот сюда. Что-то у нас. Ну и хули толку, что я сюда пришел? Обалдеть. Я пойду назад, а сюда. Я могу куда-то выйти? Какая крепкая. И куда я попал? Хрен пойми, зачем я вообще сюда пришел. О! А где он? В меня кто-то, сука, стрелял. Нет, я хочу спуститься. Помогите мне спуститься отсюда. Это моя открытая дверь. А спускаться это мне все обходить, получается, приходится. Не совсем. Это здесь попаду, интересно мне знать. Бля. Дура, огня испугалась. Это был последний шаг.
Где ты? Ух ты, он сверху стреляет. Что, самый умный? Где же ты? Это был последний шанс. Ты что, садишь, что ли? Ты чё пустой лежишь? Блин. Где? Ах! Тварюга, причем я мощная. Блин, промазал. Уберись. Вот андроид, какого хрена ты здесь ходишь? Ты мог убивать этих придурков, пока меня не было. Заниматься полезным действием. Нет, блядь. Создам еще аптечку. Патронов нифига нету. Вышка не работает. Что за дерьмо происходит? Так, вот я опять в этой камере. Я не хочу в нее. Я хочу идти ближе к выходу, наверное, если я правильно следую вообще. Что здесь? Почему на карте не отмечено? О, еще какой-то помещение. Ага, я уже здесь был. И полез почему-то в тоннель. Нет, тоннель теперь. Вот она, дверь какая-то. Куда через нее выйду? Давайте смотреть. Я никуда не выйду, я только найду какой-то шкафчик. Где-то тут открывается люк, верно? Верно. Через люк я могу куда-то пролезть. Опять здоровая дверь некая. Давай, будем качать мышцы. Молодчина. А так вот. Если бы счет таких усилий прибавлялось и мне физической силы, вообще шикардос был бы. Так, ну, наверное, мне как-то сюда надо идти и не смотреть в потолок, как обычно. Сюда, видимо. Что у нас тут за тупик? Что за клиент? О, патрончики. Так, живем. Я еще три раза могу выстрелить в кого-нибудь. А, нет, это же взрыватель. Мне куда теперь? Думаю, что я пришел не туда. Так, замок от ключ Хьюса. Поставил механический замок на дверь, которая ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит, и я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись, шеф. Общее. Наш манифест впервые опубликован в новостях Сиксона в феврале 2015 года. Мы не хотим показывать вам новый мир, мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология, каждый новый научный проект компании Сиксон преследует одну цель – принести пользу вам и чужому. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Завтра вместе. Вместе к светлому будущему Сиксона и освоению космоса.
Официальная хроника автора Себастьяна Стиг впервые опубликована в новостях Сиксона. Наша звездная колыбель. 2034 год стал переломным в нашей истории после того, как был открыт способ перемещения на сверхсветовых скоростях. Сиксон, тогда называвшаяся Сиг и Сын, стала на путь успеха. Началась космическая гонка, и под чутким руководством нашего основателя Джедзаи Сига компания показала себя достойным участником этого состязания. Сиг и Сын строила компоненты для космических кораблей, на которых человечество смогло выбраться за пределы Солнечной системы. Как известно, корпорация Вейланд не желала делиться технологиями межзвездных перелетов с другими компаниями, но, к счастью, Джедзаи Сиг оказался талантливым инноватором и сумел наладить производство необходимого оборудования. Если бы не Сиг и Сын, наше небо сейчас было бы совсем другим. Хорошо, пойми. Мари, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до сердца далеко. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь и сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас горе от них. Что мы тут имеем? Очистка воздуха. Я включил систему динамиков. Освещение выключу. Выключу очистку воздуха. И выключу даже освещение. О! Ретранслятор. Доступ к часы. А, это я в разных комнатах могу разное включать. Здесь я все отключил. Очистку воздуха отключил. О, как, а я всю игру прошел и не знал этого. Клево! Гениально! Люди старались, делали эту фишку, а я на нее даже не обратил внимания. Ну и куда мне идти? Отключить как-то вручную дверь мне надо, получается, да? Вот компьютер. Вот этот щит дурацкий. Что у нас тут? Это я вернусь назад. Так, а как мне, я не понял, проникнуть вон туда? Любопытно. Так. Отлично. А мне не от кого, в принципе, прятаться. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 60%. Ого. У меня немного времени осталось. А вот и сохранялка. Ну, наконец, пришли. Так, ну давайте я скоренько, быстренько гляну, что мы имеем тут в этой комнате. Освещение везде подключил. Куда я попал? Хрен поймешь. А надо мне еще дальше, чем хрен поймешь. Найти Рикардо. Где этот Рикардо, ведомо только самому Рикардо. Ну что же, давайте, наверное, на этом тогда закончим, чтобы долго тут я не бегал туда-сюда. И уже потом начнем с этого момента. Я, может, мышку починю заодно. Все, ребята, счастливо, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, будем дальше играть. Смотреть, чем же кончится все-таки история про Чужого. Ну, про мать мы знаем, чем все кончится. Я еще не раз придется встретить Чужого до финала. А вот чем кончится для нашей главной героини, пока мне неизвестно. До новых встреч, друзья!